Великопостной реколлекции «Шлях прославления». Великая пятница. Коли Иисус покаштовал воцату, сказал: «Здійснилося!» И, схиливши голову, отдал духа. Евангелие поводле Яна, 19 раздел, 30 верш. Кланяемся Тебе, Пане Иису Христе, бо праз крыж и муку свою свет откупил Ты. Дорогие сябры, сёння так само запрашаю вас на молитву прославления. Прославленнем Бога есть твой штодзённый крыж, які ты з верою и любовью несеш. Мы повинны шукать едности молчки, на коленях и перед укрыжованным. Святый Ян Павел II. Под крыжом наши слова губляют значение, бо уже все сказано. Это мой грех и Христовая безумовная любовь. Одинное, что могу вымовить, это слово покаяние. Пане Иису Христе, Сыне Божий, змилуйся надо мной грешной. Я еще прагну, стоячи на коленях, пробывать у тишини перед укрыжованным, заглыбившись в безмолвную вечность. Он уже замолк, и я прагну молчать и слухать усім сердцем. Мука Иисуса Христа досконалым чином показывает нам наш крыжовый шлях. Звернем увагу, як Иисус проходит гэты шлях. Ему вельми тяжко, як и тебе сёння. Однак ён тады и сёння с великим высілкам и еще большей любовью до тебе устае и иди далей. Ты зауважаешь у яго терпенні хотя б штосьці подобное на свое життё. Мы бачым так само людей, якія суправаджаюць Иисуса. Яны плачуть над ім, спочуваюць, прагнуть допомогчи, як Вероніка. Іншыя люди абыяклыя, больш за тое, яны кпяць Иисуса, дадаюць пакутаў. Ці бачыш сябе сярод натоўпу, які асуджае Иисуса? А можа ты несеш крыж, як Симон Кірнеец, якого примусили? Як часто тебе змушають до служення немілого серцу? Магчыма, так відбувається тому, що ти замало розмовляєш з Богом про свой крыж і не шукаєш Його волі. Християнин не повинен утекать от терпения. Сучасний человек вельми часто наракає, як малое капризное дитя, якое сяче галину, на якой сядить, а потом плаче або звалилася у гной. Треба усвідомлять, що ми здатні чинити зло. Укрыжаванне Христа дозволяє нам не подманувати себе. Святий Ігнацій Лойола навчає, что у присутности укрыжаванага вельми складана подманывать себе и інших. Прошу Пана об ласце контемпляции укрыжаванага Христа. Надзвичай важно научиться сузирать укрыжаванне, якое мне дозволить убачить свое терпение, а у ім моего Пана, и принять его всім сердцем. Прагну молиться Божьим Словом перед укрыжованным, у тишини, на коленях. Перед им прагну запытывать, что я зробил для Христа за свое життё. Что я роблю для Христа, якого сёння распинают? И что я маю зробить, хотел бы зробить для Христа? Часто это я распинаю Христа по свою свядомую непослухмянасць. Аднак, магчыма, я хацеў бы змяніць сваё жыццё. Можа, хацеў бы падзякаваць за яго крыж. Прашу
каб Бог даў ласку кантэмпляцыі крыжа ў цішыні. Няхай крыж прамаўляе да мяне. Пане, навучы мяне палюбіць тваю муку ў штодзённым жыцці. Дай мне ласку не баяцца ўдзелу ў тваіх цярпеннях. Будь праслаўлена, мука твая, Пане.